Так, ну я все-таки решил, ребята, сделать фонарь вместе с вами. Ну что делать? Куда же я без вас? Так, я взял кубик. Теперь вот так его сделал. Дальше я скажу subdivision. Подниму вот этот наверх. GZ. Так. Да, это уже похоже на что-то такое. Единственное, что я бы такой, что я бы. Ну-ка. Да, надо сделать такие вот штуки. И вот это вот идет. Так. А далее мы можем взять это и сказать Е и С. То есть вот таким образом мы сделаем крышу. Еще раз. Вот так, отлично. Больше нам ничего не надо. Теперь мы берем вот эти ливрем и. Ну да. Тут мы растянули так, что ее. Скажем, reset или transform. И вот теперь он должен работать. Если я скажу и, да, она работает. Ну, я хочу сразу. И. Не хочет она сразу работать. Вот напротив будет работать. Вот так. Видите? Напротив, конечно, уж напротив тогда. И. Так. Теперь. Внутрь. Внутрь. Это у нас там что? Y внутрь и внутрь. Готово. Так. Может быть, покрасявше как-то сделать? Ctrl-R. Нет, не хочет. Ну ладно. Далее мы можем сделать следующее. Сейчас попробуем. Вот так. И сказать, что это subdivision. Так, теперь возьмем эту точку, вот эту вот. Возьмем Shift. Подождите. Мы возьмем сейчас Ctrl-Shift-B. Вот. Но, скажем, 0 здесь. Или же, скажем, циркл. Вот. Циркл. И развернем ее немножко. Вот так. Ну, а далее просто все берем. Большое количество мы просто удаляем. Фейсы. Так. А вот это ну скажем пошли вниз. Е. Столб. Делаем столбик.
где? Вот эту. Так. Дальше мы говорим еще раз Е. Зато. И расширяем это дело. Так. Еще раз Е. Зато, да? И еще раз расширяем. Вот так. Отлично. И далее. Чуть поменьше. Вот так. Хорошо. А здесь нам надо сделать такую поперечину. Возьмем вот цилиндр, скажем так, штук. Нет, не возьмем цилиндр назад. Мы сначала посмотрим. Да, вот он выдвинулся весь. Так, мы возьмем с вами цилиндр. Цилиндр, скажем, 16. Вот так. Дальше маленькую такую. И по оси Y. Нет, вот он 90 градусов, 90 сделаем, потащим вниз. Тут немножечко растянем. Вот так. Ну и можем сделать потолще. Потолще, а S по X поменьше. Так, вот мне интересно, почему она иногда так себя ведет погано. Ну-ка еще раз S по X. Так, и S вообще в полу. Вот я, допустим, хочу здесь сделать такую загибульку. Я беру же обычный вот этот и говорю ей так. Казалось бы, ну что в этом плохого? Да? Объект. Так. Вот я возьму вот это, да, и скажу, что в курве я бы хотел геометрию сделать деп. Вот так, допустим, я бы хотел сделать. Угу. Ну, я сделаю в этот раз, ничего страшного, да? Единственное, что поменьше немножко. Вот так. Так. Может быть, даже пока вот это мы уберем. И попробуем с ней поработать. То есть сделать закругление, уж так закругление. Здесь тоже. Вот так вот. Чтобы более-менее было кругленько. Раз она сказала, что она в принципе согласна быть такой,
Вот такой, да? Так. Хорошо. Можем, конечно, сказать, что это все теперь объект, превратить его в мышь. И посмотреть в edit-моде. Посмотреть в edit-моде вроде. Так, этот выбрать. Ребро, ребро не надо. F. Так, и здесь то же самое. F. Закрыть на всякий случай. Так. Здесь мы можем сделать колечко. Мы не будем делать колечко. Посмотрим, как оно выглядит. А нормально выглядит. Мы здесь просто сделаем шарики. Вот это выделим, вот это вот. Сделаем ее чуть тоньше. Да елки. В чем дело? Цилиндр. Почему у меня выскакивает вот это вот? Иногда непонятнее ее, конечно. Так, и по длине. Иксу сюда. Ну и здесь шарик поставим. Или конус. О, конус придумал. Слишком шикарный конус. Повернем его на 이그릭. Так, ротацион по игреку на 90 градусов. Есть. И, конечно, поменьше сделаем его так. И тут поменьше. Выдвинем локейшн по иксу вот сюда. Опустим по зету. Еще раз выстим. Так, 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 все правильно. И теперь мы ее должны по иксу сдвинуть. Смотри, как хорошо все получилось. Отлично. Вот это лучше, чем... Далее. А, ну да, понятно. Все ясно с вами. Нет. Вот это вот. OP. Selection. Выдвигаем. Говорим, что у нас высота для transforms. Объект. Говорим, что set origin это будет 3D-курсор. И спокойненько тогда говорим модифер в по оси какой-то x, да? Mirror. Все. Mirror сделали. Ну а здесь все-таки я сделаю колечко. Хотите вы этого и не хотите, я возьму несчастный этот торус, или я возьму цирклю, переверну ее сейчас, R,
шар по оси X на 90 градусов. Далее я его уменьшу. Поставлю сюда. Потяну. И еще уменьшу область. Вот так. Вот так. И в принципе я могу ее тоже. Ну тут просто все, конечно. Тоже вот так сделать колечко. И уже так получилось как бы немножко побольше. Такое что-то резное уже получилось, да? Так, возьму вот это. Это да что ж такое-то? Вот этот почему не хочет превращаться в этот, конвертироваться? Почему он не хочет? Так, это вот а вот так надо. Сейчас мы ее конвертируем в мышь. Сконвертировали мышь в мышь. Немножко, скажем, вместе мы их сделаем и чуть-чуть подвинем. Так. И вот этот, мы скажем, объект курсор. Так. И уберем все, скажем, mirror. Так, mirror, да. И здесь Ctrl-R. Нет, Ctrl-R. Вот здесь Ctrl-R. Так, вот сюда. Еще раз Ctrl-R, сюда, здесь тоже, скажем, Ctrl-R, ровно вот сюда. Теперь выделяем их. Вот это S, нет, Alt-E, по экструде. В толсте слишком вот так. Вот так сделаем, будет хорошо и красиво. Вот. Дальше здесь Ctrl-R тоже сделаем. Угу. Ну, делать так делать, чё ж. И по-нормальному. Вот такой у нас винтажный фонарик получился. Так, камеру выбрасываем. Это выбрасываем. Это, скажем, и довольно. А, в чем дело? А, должно быть вот здесь, в объект моде все происходить. Это тоже довольно. Всем довольно. Ну, радостная. Так, теперь вот этот соединяем в один. Где у нас объект? Join. И скажем, фонарь. Фонарь. Так, и сохраняем ее как фонарь. Фонарь. Отлично. Дальше идем, открываем наш
вокзал. Это можем уже убрать, нам не нужно. И берем фонари. Фонари, фонари. Так. Event. Фонарь. Event. Объект. Вот он, фонарь. Открываем его. Отлично. Поднимаем наверх. Уменьшаем. Смотрим, где у нас тут объект с геометрией. И пошли ставить. Один поставим сюда. Сверху посмотрим. Вот сюда. G. Так. Развернуть бы его, наверное, гранями было бы красивше. Так, сейчас. R по Z. На 90 градусов. Вот так. Ха! Не 90, 45 надо. Ну да ладно. Это я так уж дуримаюсь. Shift D. По X сюда. Сюда вот. Все отлично. Что по времени? 21 минута. Ну вот теперь точно все. Теперь уже точно все. Всего доброго, друзья. До следующих встреч. Пока.